Смотрите сегодня в 20:30 в службе новостей «Город» на Первом городском канале. Война с памятью или подростковое хулиганство? В Калининграде за последние несколько дней от рук вандалов пострадали по меньшей мере 5 памятников. Их изрисовали свастикой. Нависшая угроза. Из-за аварийного дома на Московском проспекте художественная галерея может переехать. Однако свободного исторического здания для музея в городе нет. Легендарные акробаты, дрессировщики и самые настоящие джигиты. В Калининград приехал цирк Никулина. Первый городской побывал на премьерном представлении и заглянул за кулисы. Об этом и не только корреспонденты Первого городского расскажут вам сегодня в 20:30 в службе новостей «Город».